Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun, you got it, da, da, da. Run, dun, dun. Я... Так, мужик, все, хватит. Эрундундон у него тут, понимаешь ли. Все, уходи. Задолбал. Итак, всем здрасте, всем добрый вечер. Добрый вечер. Субботы, да, 7 мая у нас на дворе, всех с майскими праздниками. Мы вас с Максимом поздравляем и... Здороваемся с вами, кто уже подходит, кто ждал и кто смотрит этот стрим уже в записи. Итак, всем привет, шалом. Так, продолжаем мы буль, да, чату буль. Кстати говоря, давайте выпьем за праздники и ваше здоровье, господа. Пока ты пей, всем здорово, но так-то сегодня еще пятница. А, да, блядь, у меня, короче, все перепуталось, да, здесь, конечно же, пятница, господа, конечно же, пятница, всех с пятницей, с чем я и вас тоже поздравляю. Так, сейчас буквально я секундочку отвлекусь, проверю, корректно ли все я в ВК сделал. Надеюсь, что корректно. Вот. У Максима новый микрофон. С этим мы его тоже можем поздравить. Наконец-то он будет нормально звучать. Я так думаю. Да, Андрей, привет. Как проходят твои майские выходные или рабочие майские выходные? У всех они проходят по-разному. У кого-то праздничные рабочие, вот как у Максима, например, да? Ну, я-то почти так на себя работаю. У меня нет выходных. Ты там и днюешь, и ночуешь практически. На своей работе. Так. Ну да. Все, да, все в порядке. Все нормально, все работает так. И сейчас будет многоэкранность, возможно. Видите? Все. И я постарался минимизировать все это дело. Так, и почему-то он мне загрузил прямо моментально игру. Напоминаю, это последний стрим Були. На прошлом стриме, который был в субботу, таки как раз был последний стрим Були. Мы практически завершили все это дело. Осталась последняя миссия и пару побочек буквально.
Надеюсь, сегодня, надеюсь, мы это все сделаем. Так, нужно поспать и идти на миссию, или мы начнем с побочек? Как ты думаешь? Ну, думаю, вообще без разницы. Давай, думаю, да, начнем с побочек, покуда сейчас ночь. Крысы бегают в общаге. Я услышал их писк. Невероятная синса какая-то. Я все не могу к ней привыкнуть. За все 3,5 года, что продолжается стрим. Поэтому... Интересно, а можно угнать машину? Или я уже спрашивал, и не можно это сделать? Ну, попробуй, знаешь. Я хочу попытаться догнать все это дело, но что-то не очень получается. А мне вообще в какую сторону? А, ну А, она туда же поехала, куда мне надо. О, давай попробуем угнать. Не, он не угоняет ее. Он даже не пытается. Так, с чего начнем? Со свидания с бабищей? Я-то уже понял, что нужно делать. Да, давай. В принципе, ну, можно успеть до ночи. Ну тут с этой ночью можно успеть только одно задание. Как бы либо угон великов, велосипедов, либо свидание с этой бабой. За мной какой-то пацан внезапно погнался с дубиной. Причем на нем висит синее задание. Типа, принеси, подай, иди нахуй, не мешай. Но это все тут стандартные вещи. Так, стрим должен был быть в среду, потом должен был быть в четверг, но случился он в пятницу. Завтра 8, завтра ничего не будет, и 9, соответственно, тоже ничего не будет. На этой неделе обойдемся одним стримом. Вот, хотя бы одним, и то хорошо. Вот, на следующей неделе все по плану, среда и пятница. Да, может быть, там в какой-нибудь день воткнем, потому что тут... Как сообщил мне Максим, вышел Resident Evil. Этот Village, или как он там, да? Resident Evil деревня. Да. Как его прозвали. Вот, может быть, один стрим сделаем его, посмотрим, что это за Resident. Хотя я, по-моему, на предыдущий, на этот, на 7-й не смотрел. Главное, там есть бабища. Главное, да, главное бабища. Остальное все не важно. Так, нужно... А, слушай, а комиссия начинается... Получается, от меня вот эти вот деревенщины отстают, да? Ой, я уже не помню. Они разве уже не отстали? Ну, они за мной гнались, я пришел на миссию, и как бы на этом все закончилось. Ну, значит, после отчисления отстанут. Так еще не отчислили, в том-то дело. Я же еще не ходил к этому. Так, а на что бить? На shift, да? На shift, да. Так, короче, нужно... Бей быстрее! Нужно диваны и вот это вот все крушить, оно подороже. Как бы. Вазы и вот это вот все. А то в том стриме я затупил же. Да, блин, ты там бегал. Пытался разбить неразбиваемые ящики. Да. Не, ну тут... Блин, что хорошо, я, короче, отключил вот это залипание шифта. Иначе все как бы это плохо было бы. Но я все равно уже насасываю. Ты проебываешь. Да, я уже начинаю насасывать. Вот нужно вот это вот. Все, что дороже. Вот я вижу диваны.
Но вроде пока это самое. Не, выигрываю. По чуть. Хорошо, что в прошлом стриме мы это хотя бы попробовали. А, вроде говорили то, что мешки до хера дают. Какие мешки? Ну, я не знаю, я уже не насасываю, на самом деле. У меня что-то... Вижу мешки. Может, это мешки с тем самым? С тем самым. Там закладки. Ящики что-то вообще понты какие-то дают. И вот эти вот, вроде говорили, еще могильные вот эти вот плиты. На втором этаже есть что покрушить. Вроде да, что-то было. Ну, вроде не особо много. Так. Окей, она херачит и херачит. Как бы он там еще 300 баксов. А я не допрыгиваю почему-то. Ладно, я здесь ящики еще рубану. Может, ты не вовремя прыгаешь? Да о, я пропустил аквариум. Да, скорее всего, не вовремя. Давай попробую с разгона еще. Ты еще плиты не нашел. Плиты... Блин, я не могу так. Короче, ладно, го плиты херачить. А то она сейчас догонит уже. Я плиты знаю, где эти могильные. Может, там на скейте надо трюк выполнить? Кстати, не исключено. А, они не дают ничего, плиты. В смысле? Они нифига. Я помню, как давали. Не-не-не, нихера они не дают. Там он просто пишет, типа, могильных плит столько-то. Из стальки-то. Ну, кстати, нам писали то, что плиты не дают на прошлом стриме. Вот как кони... То кони, блядь. Как Тони Хок можно... О, лошади, ёмный рот. Лошадь, да, лошадь это, бомбица. Только с камерой ни хрена не понятно. Оператор, мать твою. Ну все, это, получилось, забомбить-то. Три куска счет. А у нее 2,5. А в прошлом стриме, насколько она на полтинник буквально, да, вошла вот эту вот? Так, ну типа все, а больше миссий пока нет. Ну, иди спать. О, этот чесночный порошок надо взять. А, это бомба-вонючка. Думал, чесночный порошок. Он уже на ходу спит. Он уже на ходу спит просто. Может, я сейчас подождать, он сам вырубится. Лучше на это, я на остановку поеду. Вот он, самый ближний. Ну, у тебя тут дом рядом. Ну, а там все равно в эту, в шурагу надо. А ладно, придешь там после обеда, пойдешь к директору, скажешь, пошел ему нафиг. Да, все равно отчисляться, да? Поэтому, как бы, пофиг. Так, тут переодеться можно. А там миссий больше нет никаких. Ну, пока да, надо будет эти... Но ночи. Ждать ночи. Ночи. Так, гон. В школу. Притом, сейчас уроки, наверное, еще начнутся. Я так полагаю. Давай еще на уроки сходим. Ну а там все равно, типа, уроки можно все завершить, когда, ну, основная сюжетная линия это закончится. Я так думаю. Так, го, короче, смотреть заставку.
Мы ее, в принципе, в прошлую субботу видели, но... Я не видел что-то. Ну вот, смотри, сейчас он его будет по-всякому. Этот наш лысый Джимми. Сейчас он, да ты гондон, да ты козел, ты командуешь там этой сворой алкашей, блядь, и наркоманов, и прочее. Coincidentally, it has also come to my attention that you were a filthy, dirty, foul-mouthed god-like. Yeah, well, we already knew that. Very божественный репост. Well, you'll have to pursue your comedic talents elsewhere, boy. Bulworth is not for you. Булворт не для тебя. И вот он, короче, сказал то, что типа ты грязный маленький вандал, а он ему сейчас да ты гондон и прочее. This place is a dump, and you're a big nose freak. This school rewards losers and bullies. И в конечном счете все, он скажет. Пошел ты нахрен из моей сраной школы. A commendable pupil did feel the need to tell me you were responsible for this outrage. Gary Smith. Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. За мажора, что ли, за этого Гарри Смита, которого мы это самое херачили, да? Я имена вообще не запомнил никакие из этой игры. Нет, это не мажор. Он же в самом начале игры. Это жирный вот этот, который? Негр. Не-не. Ну, в принципе, он должен быть там дальше в миссиях. Тебя исключили, как бы. А на уроки все равно ходить можно, да, блядь? Так, у меня звезда горит на улице вроде бы. Или нет, нет, здесь... Выбить всю дурь, сейчас один. Ну, давай посмотрим, из кого тут дурь выбивать. Hey, Jimmy. How you doing? Здорово, Джимми. Как дела? Хреново. Меня все ненавидят. Может, оно и так, зато надо мной все смеются. А точно. Они все уроды. Я пытался. Пытался все наладить, чтобы всем было хорошо, чтобы прекратились драки, чтобы все успокоились. А теперь я посмешище. Раньше меня боялись, теперь смеются. Поверить не могу, что этот сынок меня обошел. Рано гревать. Ты как ребенок, смотреть противно. Неудач, батон такой прошел, говорит, неудачники. Нет. Надо разоблачить Гарри. Или запиздить, я не увидел. Там белым по белому было написано просто. Надо справиться с городскими, нужно подкрепление. Кто-нибудь крутой, кто на моей стороне. Russell. Кто такой Рассел? Он живет в старой Булворской долине. Кто такой Рассел, блядь? Он появлялся хоть один раз? А, не помню, сейчас увидим. Поезжай в дом Рассела в старую Булворскую долину. А где это старая Булворская долина? А, ну в принципе, я понял. Тут на урок же нельзя теперь. Почему? Уроки-то же... А, ну тут это после последнего. Да. Сейчас должны быть как раз уроки. Ну хотя бы ехать не в последнюю открытую локацию. Ну да. А мы еще хотели этот скутер как-то добыть. У нас же он есть. Надо труд пройти. Да. Мне кажется, я его не пройду вообще никак в жизни, это труд. Так, сейчас прямо. Блять, это ступеньки? Хера себе. Да, там ступеньки. Два раза, блять, на одном и том же месте просто. Не допрыгнул. В Валве. Отель.
Я хотел еще боднуть нигру. Сейчас увидим. Хорошо, хоть не на время, хотя... Слушай, я, по-моему, как с какой-то не с той страны поехал. В это все дело. А, нет, хотя вроде нормально. По карте ориентироваться можно. Через забор он не прыгает. Эй, Рассел, мне нужна твоя помощь. Как это, знаешь, в деревне там, в детстве этот... А Рассел выйдет, да, вот этот вот. Рассел, выходи, блядь. Садись на петуш-скутер. Хера у него моту цапал. Следуй за... Садись на скутер. Ну. А сам поедет. Следуй за расселом. Ну правильно, деньги сбил. А чё тут это сразу полицаи такие? Я на ручнике еду? Что, бля? Почему у меня всё дымится? А, ёп. Ну, у тебя шлем нет. Пойду. Он едет и кулаком, короче, грозит. Как все быстро происходит? Я не умею в гонке. Там еще на велосипеде он полицейский. Аж падает. Ну, пока еще нет гонки. На велосипеде, блин. Упал. Упал, блядь. Я пешком доеду. Ой, и ты упал. Меня он скинул. Причем непонятно, как это силой мысли своей похоже. Как этот... Жедай. Да только ты врезался. Так он меня остановил же. Ты об него остановился. Ну вот как-то так получилось. Короче, на скейте проще, наверное. Сейчас у тебя этот Рассел спросит, где мой петушскутер? Проебал. Но он где-то у полицейских. А тут все равно угонять что, велосипеды надо будет. А это не ему случайно они нужны? Нет, а там другой чувак был. Разве? Ага. Блин, как неудобно. А когда ты на велике гоняешь, тебе шлем не нужен? Мусора не гоняются? Нет. Меня уже устал палец. Тыкать на альт. Хорошо, хоть эти не агрится, пока вот миссия идет. А то совсем все было бы печально. О, приехали. Что это? Свалка какая-то? Ух ты. Какой-то суицидальный Рассел. Прям совсем. Типичная такая это деревечина, да, которую изображают. Блять. Какого черта? Что ты делаешь? Ты это о чем? Врезался в нашу баррикаду. Ты с катушек слетел. Мне надо поговорить с Эрдоганом. С чем? Генераторы электростанции перегружены. Чтобы вернуть электричество, переключи рубильники. А на мотоцикле можно поехать, нет? Мотоцикл, кажется, сгорел. Мотоцикл, да. Блин! Так это на время... А, нет, не на время. Это битва! Какой орлен? По мордасам. Блять, гоблины натуральные просто. Как будто, блять, в Мордор пришел куда-то. Так, а где второй рубильник? А, ну он там же, в принципе. Ты там не пройдешь.
А, да, там надо в другую. Так, а как? Надо проползти. Зачем он? Там можно просто нагнуться и все. Это Я тебя убью. так нелепо смотрится, как минимум. Так, где рубильник этот? Иди к зданию Red Star. Блять. Хоть не Black Star, да? Смотри, пиздец, тут просто по это самое. Нагнись, нет, он прям это на брюхо кидается. Причем он может же вот в присядочку-то ходить. Надо пройти через здание Black Star. Ну-го. Так, а что нужно сделать? А, тут рубильник, да, еще в это включить. Найди путь, чтобы добраться к химзаводу. Зачем химзавод, интересно? Чем таким химическим они балуются? Сейчас узнаем. Там за мной уже увязался какой-то товарищ. Думаю, надо избить его. Да? Давай попробуем. А он отстал уже, он все. Но все равно надо избить. Подойди к депо, найди правильный путь. В смысле? А далеко? А, ну вроде не очень. Так, а ну можно на это велосипед взять. Может, так быстрее будет? Может, какой-то этот трюканский можно сделать? А, типа, переключить рельс. Игра, не говори мне то, что нужно какие-то загадки еще решать. Я не хочу в этом участвовать. Ну, охуеть, конечно, загадка. Ну, я не знаю. Ну, тут с учетом того, то, что игра вроде показывает, куда надо тыкать. Я могу и заблудиться. Поэтому. Так, а как. Блядь, да как камера, что с тобой прекратить? Прекратить. Ну, оператор, походу, попробовал то, что тут химлаборатория. Химические вещества. Блин, надо это, махать кого-то уже. Слушай, а чё так сложно-то? О, хоть эту банку колы дали, то хорошо. Я думал с первого выпадет, но выпало не с первого. Так, где тут рубильник? Ну, а, тут... Стоят. Слушай, а как попасть-то туда? Вау. Наверх забраться? Вот я думаю, как забраться наверх? А, вот. Там лестница была. Да. Ну, тут не совсем лестница. Пойдем. У меня есть это, как картошка-мёд же. Ну так быстрее просто получается-то. Доставай рогатку. С рогаткой он дольше будет по яйкам пенетрировать. Найди путь, чтобы добраться к химзаводу. Да в смысле? Я же уже нашел путь. Как добраться к химзаводу. Чё она такая резвая-то, кобылка? Да, такая она. Своеобразная. Чё добавить-то? О, пришли, короче, к этим. А чё они тусуются на химзаводе-то? Я вообще не понимаю. Какой-то хемолот.
Найди Омара и получи ключ от завода. Найди Омара. Так, а можно я как-то это... Пока она их отвлекает, типа... Нужно это, запетушировать Омара. Я так понимаю. Мне не нравится этот план. Запетушировать Омара? Жалко быстрого сохранения нет, кстати говоря. Это попробуй не загрузиться. Ну типа, вдруг... Ой, я картошкой по яйцам за этим. Типа, я этого не делал, пацаны. Потому что хрен его знает. Я ж могу и не пройти. Вот, с рукожопничать и... А, вон там уже колу губку. Да-да-да, я уже все тут это... Кола — это ключ? А, это ключ-карта. Ну, а кола не нужна. В принципе, я с другого чувака-то с это самое поднял. Так, теперь надо вниз. Риска. Вообще, можно на скейте попробовать. А как выйти-то? А, вон. А можно... А, не можно. Надо это... Вперед. Ой, тут, оказывается, лестница есть, как бы. Блять, господи. Условно, 3D-шутер превращается в платформер. Так, а я... А, С. Подожди, а куда ползти-то я? А может по трубам перелезть? Вот я и пытаюсь. Мне показывает и... Вот, С, ползти. А, вот, туда, блядь. А то ракурсы такие прям не очень прикольные. Еще он застревает в текстурах чуть-чуть. А мышкой особо не повертишь. Опасное занятие, да? Для школьников. И главное, блядь, химзавод же, да? Ни охраны, ничего абсолютно. Всем насрать. Так, подожди, где... А, во-во-во. И мышкой, самое главное, особо не повертишь. Никуда. Внизу какая-то ядовитая херь зеленая, насколько я понял. Какая-то химкатастрофа, по всей видимости. Тогда тем более мне непонятно, почему так все здесь. Ну, ладно, хрен с ним, это буля. По-моему, там пол просто. Да? Мне показалось, что там что-то зеленое. Так, а что тут? А, во, я куда-то пришел. Лучше чеши отсюда. Какой-то. Удерживай, чтобы прикрыться щитом. А что нужно сделать? Запиздить его. Какой Омар, Эрдоган, Эдгар. А я что ж трубу могу взять? Я у него отжал, короче, трубу, и он убежал. Все. Затрусил. Блять, он еще одну раздобыл. А где моя-то труба? Нельзя. Не ломай скрипты.
Блять, я завалил задание. Труба-то да, в руках, но ей же надо это как-то отбиваться, по всей видимости. Но я ему по половину жизни схерачивал, по крайней мере. Давай игра только не сначала. Зай, Рокстар? Да, там должно быть сначала. Не-не-не, тут он говорит это. Прикрывайся щитом. Какого хера? Да ёб твою ж мать-то! Это дальнобойным оружием бегать и стрелять. Ну вообще можно попробовать, но мне бы где-то колы раздобыть. Лучше, чтобы колу не искать, надо было сразу бегать от него. Ну тут вроде нет. Выпей в химикат каких-нибудь. Ну да, чё, мы ж на это, на химзаводе. У него труба пропадает, короче, перед самым этим. По яйцам. Насилие какое-то. Насилие плюс. Ой, я его победил все-таки. Заборол Амара. Нигу, короче, это тот трубой заанальный. I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. Gary's gonna make it all pay. Нигру вышибли за долги, короче, по школе на помойку. I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on. Пошли, поможешь мне начистить морду этой лживой гниди. Кому они, директору, собираются это очко мылить? Гарри, Билли, Гарри, Поттер, Бебе. Уважение городских 100. Осталось ботаны и прочее. Так, ну да, остались еще, осталось ботаны. Короче, нужно, чтобы все зауважали. Чтобы респект был у всех. Надо похилиться тебе. Да. Ищи автомат. Автомат. А где его взять-то? Автомат. Не знаю, на улице может где-нибудь. Ну, вот я смотрю, где можно захилиться. Тут, по-моему, нельзя нигде. Ладно, я надеюсь, когда миссия начнется, он захилится автоматически. Полный беспредел. Ты, блин, что тут делаешь? Зоя, кажется, я влюбился, не упенривался, слышишь? В школе вспыхнуло массовое самоубийство, побоище, в банде что-то происходит. Ё-моё, мне пора, мне надо с этим что-то делать, и мне понадобится мощная подмога. Рассел, где твой дружок Эрдоган? На бойне чудо-мясо, прячется от копов, он боится угодить в тюрягу за кражу твоего байка. Ладно, увидимся позже. Кто насчет любви? Подожди, Зоя, долг зовет. Я на войну, женщина. В армию ухожу. Получи доступ к мясному заводу Чудо-Мясо. Прикольно, конечно, но ничего не похилилось. Надо найти... Поедем, найдем там что-нибудь. Вот да, но нужно, короче, найти где-то что-то здесь. Где бы похилиться маленько? Тут вроде ничего нет.
Ну вот надо внимательнее по сторонам, наверное, смотреть. Потому что это вроде как не город, а производственный район какой-то. А там полицаи? Может, наверху что-то? Какая-нибудь... О! Блять, я резинку очередную нашел. Съешь ее. Но он, к сожалению, не жрет резинки. Ладно, го по стелсу. Спаси Рассела в чудом ясе. За яички. Пощупали полицая. Интересно, они стрелять будут, нет? По стелсу не получилось, как обычно. Где его, блядь, спасать? Он вроде с горем пополам пробежал. Вместе с Рассерлом сбеги с чудом яса. Карточки опять. Дубина. Слушай, эта скотина убежал уже просто. Да хер ли тебя ждать? А полицаи просто пропали или что? Ну, не совсем. Они на выходе, оказывается. Лучше б я этот веломопед взял. Какой-нибудь. Спасибо, Джимми. Пошли, надо скорее добраться до школы. Там какая-то заварушка. А еще кого-то? Еще Омара надо добыть? Или что? Hey, Jim, this is Зачем? Your turf. What the hell is going on? The whole place has gone mental. Yeah, it's your old. Ну, так и теперь он это работает на меня. Теперь его жопа принадлежит мне. Негритянская. Умар это который из бара казинный. Да? А остальные два кто? Не, вот этого я трубой замахал. Нигер, который. Нигер, который это такой... Эрдоган. Рассел любит бить людей. Рассел крушить, блядь. Такая вот хуйня, да? Так, нужно подлить. Заперто. Не парься, Рассел разберется. Че, он сейчас откроет ворота или что? Лбом. Молодец, как. Вырвет нахер. Молодец какой. Теперь нужно запиздить. Обыщи территорию школы, найди лидеров группировок. Нуго. Так, о, тут прям сзади один есть. Или нет? А, это в женская общага. Прикинь. Что он будет делать, интересно? Тоже там интересно. Это вообще какой-то хаос творится полнейший. Драка! Ну, апокалипсец местный. Тем временем тебе похилиться надо. Вообще да. Ну, да, даже яблоки... Я нашел эту, как банку... С килью, в смысле, с колой. Ну, хотя бы. В женской общаге... А, нет, подожди, а почему в женской общаге стиляги находятся? И я... И все это самое... Бардак полнейший. Захватили. Трусики ищут. В натуре. Я... Автомат тут это, он с использованием трусами. Как в Японии. Сейчас пощупаем за яички кого-нибудь. Рассел крушить. О, и этот банка колы. Так, а можно еще попить?
Тут же автомат-то должен работать? Да, работает, слушай. А Расселу хилиться не надо, по всей видимости. А зачем ты пил, если там и так банка лежала рядом? Да ладно, тут в принципе эти деньги-то уже не нужны, я так понимаю. И трать деньги тебе еще в тюрьме пригодятся. Вообще да. Надо на них папирос купить просто побольше. Это же американская или британская? Это Новая Англия, да, это Британия. Если бы было в Америке, я бы сказал Дошиков закупить. Дошиков? Или этими куриными этими блядгинсами, вот этими крылышками. А, они, я даже не знаю, что там. Ну что там нигеры обычно хавают, вот это вот все говно. О, двоих прям по яичкам. В Англии нигеры, наверное. Папирос, наверное. А чё этот Рассел-то? Да хватит его пинать. А Рассел? Он, Рассел пинает там, бегает. Его там биты и херачит. А, это спортсмены, я так понимаю. О, по яичкам. Да. Спортсмены захватили библиотеку. Решили разгромить, как этот... Византийскую эту, как у библиотеку сжечь к херам. А чё он не дохнет-то? Что-то зависло. А, не-не-не, всё нормально. С него выпала банка и... Как бы всё продолжается. Так, осталось ещё две точки. Рассел орёт «Дестрой!» Kill El Hammonds, типа. Да? Убить всех человеков, как Бендер говорил, да? Завещал нам. А тут у нас кто? Эти понтовые? Да, ты сейчас побежал к мажорам. Или они это самое, тут уже все поменялись местами. Кто где? Почему-то стиляги в женской общаге оказались-то. Ну, ну да, вот, мажоры. Типа, вдруг, одни эти трусики искали, другие в докручке. Ну. Одолей мажоров. Я пытаюсь их камбуху какую-то крутую замутить, но у меня нихера не получается. Как в Mortal Kombat там? Ну. Раскрошить череп. Типа это, какую-нибудь бабалить и что-нибудь такое. Оторвать яички. Ну я пытался его потрогать, но нет, не успел. Так, найди последнего лидера группировки. Так, надо похилиться. Пока ты это пиздил, там Рассел другие запиздил. Ну да. Рассел пиздить. Так, остался последний. А последний кто? Лидер ботанов? Типа вот это вот. Сейчас опять с какой-нибудь картошкой. Сейчас ботаны остались. Потому что спортсмены были в библиотеке, а ботаны сейчас в спортзале, по всей видимости. Там у них как-то все это самое. Иерархия какая-то. А, ну мы же сами вроде в том стриме ебанули этих спортсменов за ботанов-то, да? Да. Они как кабана сожгли. Боевой кабан. Ну, с ботанами-то полегче, наверное, должно быть. Я не знаю, что они придумали там. Один там, правда... Аннигиляторную пушку достанут там. Да не, вон там это, линейка его. Хотя этот Рассел уже линейку отобрал и начал пиздить ей же ботана. Встреться с Эрдоганом в здании школы.
Так едет все с линейкой. Это далеко здание школы? А, не-не-не, по прямой. Так, а можно как-то? Прямо, спасибо. Я опять, короче, не попадаю в эти, в тайминги со скейтом. Я катал нормально на скейте, но он там прыгал, перил, скатывался. Там в школе же. Тот Тони Хок, блин. Лысый. Так, а, ну вот, камера сейчас что-то вроде более-менее начала это самое крутиться по чуть-чуть. Надо бакс. Так у него эти, 1000 американских рублев. Куда ему? Больше-то? Зачем? Самое главное. Короче, всех замахали, уважение вернули. Туалет моего другана! Рассел крушить! Надо еще и директора замахать. Да? А че у них все? У них анимация одинаковая все. У всех причем просто. Как они валяются. А это друган его, что ли, получается? Или что, он его предал? Да-да, по-моему, предатель. Я что-то вообще забыл. За 3 года, может, пару раз пройти эту игру. У нас получился один раз за 3,5 года. Ровно столько продолжается стрим. По этой игре. Я пиздюк, он сначала в начале игры помогал, потом пропадает куда-то. Ну да, и по-моему в прошлом стриме выяснили то, что он этот как его предатель или немножко раньше, я не помню. Ну вот, на прошлом стриме он эту хуйню устроил. Так, преследуй. Так, а его можно замахать отсюда? Потому что так я очень долго буду к нему идти. И еще целый стрим. Примерно. Давай, Попкинс. Догони меня, если сможешь. А он кирпичами в него кидался или чем? А, прикольно. Конечно, все очень хорошо и здорово. Но я не угадал, в какую сторону. А слушай, а у меня вообще ни хрена нет. Куда у него все делось? У него же это целый арсенал в этом заднем кармане-то был. А сейчас нету ни хрена. Так, а я могу, может быть, кирпич взять какой-то? Ну, нужно как-то это, с таймингами, что ли, бороться или что? Я типа спустился куда-то вниз. Только зачем, я не знаю. Видимо, чтобы поднять... с другой стороны. Или не очень. А там лестница есть, что ли? Я не знаю. Ничего. Я вот хочу. А вдруг ты упадешь? Я хочу посмотреть, может быть, здесь где-то забраться можно. По другую сторону. Или зачем вообще тут нужен нахрен спуск? Ну, не знаю, даже. Не помню. Так, Орлеан, привет всем. Да, здорово, да. Здорово, здорово, Олд. Здорово, дорогой. Пытаемся одолеть финал. Сегодня все-таки решили закончить булли. Вот, потому что 8-9 это будет уже невозможно сделать. А на следующей неделе, до следующей недели далеко.
поэтому решили закончить его сегодня. Хотя по идее он сегодня и должен быть. В среду не было метро. Да, метро надо. Метро... По активности он радует. Кто радует? Метро. Метро, да, метро это... С метро мы... В метро мы вернемся, по идее, в этот... Какого? В среду уже. Ну да. А в следующую пятницу, если я сегодня закончу боли, то в следующую пятницу Dragon Age, наверное. О! Нифига себе. Я только с дачи, говорит. Надеюсь, картошку посадил. Да картошки уже поздно, наверное, сажать. Да не, рано еще. Я надеюсь, шашлыков там всяких разных ел, жарил. Где они лазят? Я чуть не понял, колокола какие-то. Да, это на школе. А откуда на школе колокола? Еще столько. Я надеюсь, наверное, либо завтра, либо 9-го поесть какое-нибудь мясо жареное с коньяком, покушать. Вот, поэтому... Вот. Не, вообще Максим предлагал завтра метро, но Максим завтра уезжает к кряквам опять жарить вино. Я не предлагал завтра. Вот, Максим, да, уезжает жарить вино, есть кряк, вот это вот все. Поэтому я, может быть, тоже. Вот, поэтому, да, следующий 7 суток среду. Я пьянство пока не... На горизонте вроде такого не было, не будет. Потому что тут как-то сложилось, с одним товарищем долго не виделись, и второй товарищ... приезжал, у него не так давно родился сын. Кстати, Анатолий, с рождением сына тебя еще раз. Вот. Поздравляем всем. Анатолий! Да. Поздравляем всем нашим коллективам. И всем чатам. Всеми чатами, вернее. Картошку зажали позавчера, а сегодня был шашлык. Так, а как блок ставить, я не помню, Максим. Я тоже не помню. Я завалил задага, блядь, просто. Надо посмотреть, на какую клавишу блок. Так, игра, не говори мне то, что все сначала. Нет. Финальная битва с боссом Ветролётом. Шашлычок с коньячком, да, их тоже хочу. Какой коньячок? Ну или с свинищем тоже пойдет. Я очень давно, кстати, жареного мяса никакого не ел. Я тоже надеюсь, на завтра или на послезавтра. Я знаю то, что завтра я с любым работаю, но насчет наверное. Так, а заставку мы уже видели, зачем она еще раз... Так, го, короче, смотреть управление. Так, приблизить, отдалить, карта, рукопашный бой, левый shift. Захватить, слезть велосипед транспорт К, захват цели, удар справа на велосипеде. Предыдущий выстрел, удар слева, следующее посмотреть назад, пригнуться налево, вперед камера, так, камера вниз. Тут нет блока, разоружиться средняя кнопка мыши. По яичкам. Ну, значит, хуярь. Просто этим, как они... Камбуху. Бабалите какой-нибудь сделать. Тут вообще он, как бомж, показал камбуху, типа 5 шифтов. Вот. 5 раз нажимаешь, он этот самый камбуху какую-то вытворяет. Просто пресс shift to win. Все, я потрогал его за яички.
Притащи... А, короче, к этому, к директору. Теперь нужно его замахать? Или что? Ваше здоровье, господа. И с праздником. Трамвай, и вот это вот все. День Победы скоро. Бриллиантовый пацан, говорит, бриллиантовый. Я так понимаю, это типа... Бриллиант, как там? Не, он диамонт, диамонт. Как это, Гарри Поттер? Ты бриллиант, Гарри. Бриллиант, неграненый. Как этот Улудос. Какое письмо маме? А, типа о том, что его отчислили. Вы типа какого письма? Типа все забыли. Директор оказался не таким мудаком, да? Наконец-то все налажено, ну, более-менее. У меня появилась девка. И все стало круто. Rockstar New England и остальные разработчики представляют художественный стрим более Школотрон Edition. Вот, и после титров уже начинается... Лето, вот это вот продажное, или как оно? Я забыл, как оно. Теплое, свободное, продажное. Продажное. Как стрим вообще называется, блядь? А, бесконечное, вот. А там, по идее, у нас осталась вроде как одна миссия. Но не считая вот этих вот синих крестиков, которые однотипные. Принеси, подай, иди нахуй, не мешай, и оно, в принципе, нахрен не нужно. А вот более-менее такое, какой-то сюжетным поворотом, это вот одна. С угоном велосипедов, хотя, возможно, может быть, после нее еще что-то и будет. Вот, сегодня мы хотим в этом как раз и разобраться. К GTA San Andreas я, наверное, подойду в июне, может быть. Может быть, в июле. Ну да, надо. GTA San Andreas. Да, спасибо, Волт, игра пройдена. Вот, San Andreas, он, на удивление, до сих пор играют, на удивление, там вот этих РПХ куча всяких. И в них играют, как бы, несмотря сейчас на... Сейчас San Andreas это самп и спидраны в основном. Так как проходить, там его мало кто проходит. Ну... А вот мы пройдем. Сейчас нужно хотя бы закончить Dragon Age. Вот, и... И тогда уже можно к San Andreas прикасаться. В параллели с метро. Вот. Еще можно, в принципе, Resident Evil пощупать, да. А, только недавно в сети пошли. Ну, Bully-то был начат еще 3,5 года назад. Как бы. Если не 4. Ой, да, кстати, подожди. Может быть, он даже начат был раньше. Может быть, и 4 года прошло, я не знаю. Еще при Сергееме, когда да. Еще этот канал не создали. Да, значит, около 4 лет, наверное. Да, как раз, наверное, 4. И... Около того. Ну, уже, наверное, да. Мы, по-моему, в апреле. Да, да. Этот канал сделали. Потому что по Буле последний стрим был. Это третий стрим был. 31 декабря 2017 года. Значит, он был еще задолго до этого. И вот, спустя 3,5 года, наконец-то, с последнего стрима Булли закончен. Но он, на самом деле, он бодрее.
как, ну как бодрее, легче, чем GTA, вот эти вот прям, хотя он, получается, вышел годом позже, да, после San Andreas. San Andreas, если я ничего не путаю, в 2005 вышел, или в 2004-м? Пятым или шестом он вышел. Нет, San Andreas точно либо в четвертом, либо в пятом. Это точно не в четвертом. А... Посмотрим, что там. А Були вот в 2006, ну там еще парочка ремастеров был там. Он один? Как раз мы в последний играем, да? Который этот, Школотрон Эдишн. Еще был этот, по-моему, после Школотрона Эдишн или до него, вот как раз на мобилке выпустили как Anniversal Edition. На iOS и Android. Да, он как Колян там писал, типа, и играет сейчас. Да-да-да, я помню. Ну вот, он Anniversal. 2004-м GTA San Andreas. Труба. Були у нас. Тромбон. Музыкальный консультант. Так, нужно же пройти сейчас еще трудовые миссии, чтобы открыть гараж, чтобы наконец погонять на этом, как его, на мотороллере. Лиле. Реле. Правильно. Мотороллере, да. Все верно. Були у нас в 2006 на PS2. Ну да, да, это я помню. Потому что мне YouTube так и показал, то что Були 2006. Я, не, на плойке второй я, кстати, его не заметил. Я как раз первый раз к нему прикоснулся еще при СГ. То есть вот когда начал, собственно, я думаю, нихера себе, GTA в школьном сеттинге, прикольно. Да, это какой 2012 год был, блядь? 13-й, помнишь? А, 12-й, по-моему. Да. Еще на старом вот этом всем. Ну, вот мы что-то взяли. Лёхой там, Коляном, Сухов был. Да. А потом... Михуил там я тут был. Может еще. Быть. Потом я его решил пройти. Почему-то. Внезапно. Зачем-то. Часть 6. Бесконечное лето. Можно я его буду называть продажным? Это бесконечное лето, ты можешь завершить пропущенные задания. У тебя просто ноль заданий на экране, блядь. Типа можно сохраниться, попробовать сохраниться, да, так, сохранение данных, игра пройдена на 60% и 44%. В принципе, примерно я так, я сначала предполагал, что, смотри, у него трофей из труханов. Где? Yeah. На стене, видимо, честно спизженный из женской общаги. Это Турхан и Зои, точно, я тебе говорю. А, да? Ты видел? А кто из них Зоя? Вон, это справа снизу. Справа снизу. Так, предлагаю чё? Предлагаю, наверное, перекуриться. Где-то вот так, наверное, оставлю все это дело. Знаете, как он? Трофейную стену, так сказать, увешанную. И сейчас вернется, наверное, мужик со своим эрундундун. Вот это там урок появился. Так, а что за урок? А как посмотреть? Подожди. География, ладно, хер с ней. На географию не пойдем. Нам труд нужен. Так, господа, мы уводим свой звук, чтобы отправиться на перекур. Разбегаемся на 3 минуты и потом сбегаемся на дополнительные задания. Перекур.
gotta da da da. Run dun dun, you 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 gotta da da da. Все, мужик, опять рундундун у него, понимаешь ли. Так, все, продолжаем. Думаю, сбежались. Очередной урок? Или это все тот же? Подожди, а как посмотреть? Математика 1. Не, давай без математики.
Подождем, пока... Так, а звук вывел? Да, звук вывел. Подождем, пока появится какое-нибудь задание. Можно, в принципе, сразу уже туда ехать. В ожидании следующего дня, в ожидании труда. Правда, ловить его люто долго окажется, я так думаю. Здорово, Денис, здорово. Денис, здорово, Денис. На математику не пойдем. Труд хотел. Ну, труд, да, надо ждать труды, как бы. А, он после музыки. А музыка после? А музыка вся пройдена вроде бы. Не, а нет, еще один. Значит, труда не будет. Музыка, еще один урок, физкультура, один урок, фотографии вообще ни одного не выполнено. ИЗО один провален. На фотографию сходим, интересный урок. На фотографию? Да. Можно. Математика вообще, там один провал и все, больше ничего не пройден. Так, я, короче, сразу уже ближе к миссии туда еду. По краже велосипедонов. Я, да, вроде я на правильном пути. Вроде бы, да. Хотя тут можно, в принципе, наверное, как-то и другими путями проехать. А тут же у него, типа, уважение у всех стопроцентное. По идее. И сейчас на него нападать вроде никто не должен, да? По идее. Это я так думаю. Сейчас, да, там все уважают. Ой, не, давай с ней не будем мутить. Что? Кто там? А, Денис пишет, у него тоже стрим. Стрим стрима? Стрим стрима, да. Или этого... О, я нашел еще как карточку тамплиеров. Или опять этот GTA с этот Сан Андреас. Ой, я ворот сломал. Они тут все друг с другом махаются, короче. Задолбала эта собака. Говорит, отстань от моего друга, и погнался за собакой такой, блядь, это пальчиком махая. Чё там, Денис, тебе апелляцию YouTube сказал что-нибудь? Насчет этой. Смотри, он там с собакой махается. Смотри, смотри. Побежал, блядь, за ней. Здоров. А, GTA, все верно. Ха-ха, в тюрьме сижу. Бывает. Рейд куда? В тюрьму? Блять. Рейд. Во сколько тут миссия начинается? Часов 8? Не знаю. Вот я тоже не это самое. Особо не в курсе. Давай подождем. Вон тут это. О, давай за забором подождем, а то тут это. Полицаи. Всякие. Ну их нахрен. О, завалили, короче, эту. Он исчез. Просто. Короче. Ну, Денис, ты к успеху шел, не фартануло. Присел. Слушай, кстати, насчет помоек, тут мусорки раскиданы, нет? Че ты там хочешь найти? Я хочу в мусорку спрятаться. Я мусорный пацан же, по традиции должен быть. Так, ну на карте вроде пока ничего, вроде эти, как они,
Задание гонки, задание с баксами. А звездочек пока нет, давай подождем. Угон GT B байк. Надо вечером делать, ночью. Ну, чего делать? Угонять велобасы. Ну вот, сейчас это посмотрим. Пока миссии нет никаких. Ну, часов 8, наверное, где-то с 8, наверное, начинается. А где солнце, вот это вот все, почему? А, ну тут смог такой стоит от химзавода. А может, надо камеру повернуть? Я... Нет, ни хера. Нету ни хера. Тут уже оно... Оно, его и не было, и как бы и все. Просто где-то свет есть, он освещает, и потом вдруг становится ночь. Вот, все. Одна звезда, и больше все. Это единственная миссия доступная на данный момент. И, скорее всего... А, нет, смотри, две. Почтовый Армагеддон и эту, и угон байков. Уго, короче, сначала байки угоним. А, нет, это почтовый Армагеддон. А вот это... И это почтовый Армагеддон. Чё за херня? Как бы, что-то я не понимаю. Ладно, давай. А, вот, коллекционер. Да, вот она, коллекционер. Давай начнем с угона байков. Так, ну это мы видели... В прошлом стриме. Нужно как-то еще от полицаев абстрагироваться. Как бы совсем. Они ночью тут шляются периодически-то. Ну, смотри, и перед глазами не угоняй. Ну вот я смотрю вот так, у меня где-то рогатка должна быть. Да это рабочий вообще. Ой! Блять, мне опять за яички взяли. Тун-дун-тун-дун-тун-дун-тун-тун. Так, ладно, го, тогда другую миссию попробуем. Так, коллекционер. Давай этот почтовый Армагеддон. What are you doing, school kid? Why do you care? Что делаешь, ученик? You don't belong around here. Says who? Me! You? Uh-huh. You think you're funny, huh? You're a loser, man. Damn straight! You're a loser. You're awesome. Do that again. I'm crazy, rich boy. Crazy! And you are starting to annoy me. I'm not rich. I hate the rich kids. Not as much as I do. I really hate them. Man, you've got issues. You saying I'm crazy? No, man. Because я псих? Okay, я правда псих? Да, ты псих. Кому-то сейчас не поздоровится, не сомневайся. Эти богатые гады. Разбей-ка их почтовые ящики. Вот моя бита, используй ее с умом. Извали каждому богатому придурку, у которого встретишь. Навалять. Чё, потому что ты или они? Я точно знаю, что не я. Так, а как бить? Ага. Я понял. Так, подожди, а как тормозить? На S. А, ну да. Или на Shift. Да. Какой Shift? Я не знаю. Так, на пробел он прыгает. А, нам пишут Q от деда. Дед, тоже привет. Здорово, да. Да ёб твою мать. Играл на Сеге игру такую, где это... Пацаном едешь на велике, газеты разбрасываешь.
Нет, не помню такую. Я помню, короче, игру на Сеге. Я не помню, как она называлась. Там, короче, типа Road Rush. Вот, но... Этот... ты на роликах, короче, херачишь. А я, наоборот, да ты не знаю. Вот мне она... Короче, была такая игра, там... Сначала едешь, разбрасываешь газеты, и в конце трассы ты выезжаешь на бездорожье, и с тобой гонится смерть. О, надо от нее удирать. Прикольно. Мне... Что-то вспомнилось, этот Симпсоны игра на Денди еще была. На Сеге я, кстати, к сожалению, не помню, были Симпсоны или нет. Да, не в курсе даже. И на Денди тоже, не знаю. Не, на Денди было, типа, Барт против пришельцев или что-то типа того. Ну, не попадалось. Хер, я аж деревню вырос у нас. Поток игр поменьше был. Все друг с другом это самое. Ну, обменивались, в смысле. Картриджи. Ну, типа, да. Я один раз Сегу обменял свою с картриджами. На другую Сегу без картриджев. Но там вшитые игры были. В смысле, как вшитые? Ну, внутри. Просто без картриджев. Так, мне кажется, я не успеваю уже. Там на пару дней там футбол был, у него гоняли. Время чуть-чуть осталось. Ну, прикольно, лучше бы, не знаю, в ВК куда-нибудь сходили, или на Twitch, не знаю, или на Good Game. Задание провалено. Или на СК2. Вас официально зарейдили 2 человека, от этого деда. Привет был. Блять, я опять все проебал. Сука. Ну, блин, по классике. Да, кстати, про СК2. Там есть один упорный человек, который не хочет оттуда никуда переходить. Переходи, пожалуйста, куда-нибудь в ВК или в этот самый. Или на Twitch, или на YouTube. Что-нибудь такое. Потому что СК2 мы не видим, и Good Game мы не видим. Кстати, там еще этот, ну не рестрим, там, по-моему, этот идет какого-то. Куда? Кто? На второй канал. Что на Твиче, что на Good Game, и эти, как они, ретрансляции же еще идут. Андрей пишет, от деда. Ой, их уже 3. Вас уже трое рейдищих, да, круто. Слушай, я, по-моему, заблудился. Типа, да. Что там, пацаны, как там в тюряге сидит? Все мы знаем, что делают в тюрячке, да? В тюрячке долбят задницу. И вот это вот все. Слушай, он спать хочет, кажется, уже. Или нет? А, блядь, меня игра, это уже до канала. На самом деле. Может быть, все. Вот эту миссию с разбиванием ящиков, мне кажется... А у тебя всего-то 2 осталось там. Да. Или 1. Я ее не пройду никогда в жизни. Тут осталось, короче, украсть эти 3 велосипеда, или сколько там, 3-4 велосипеда, и разбить 20 ящиков. И, в принципе, на этом, наверное, игра должна закончиться, хотя она уже, по идее, закончилась. Так, как поспать? Где поспать? Не забывай, у нас еще труд надо пройти. Да, еще труд надо. Блин, может быть, не надо уже? Может быть, сочтем игру законченной? Ну, да, так-то она уже закончена. Вообще, по идее, как... Не, ну, с Лейнуаром-то мы как поступили? Слушай, а можно до вечера поспать, тупо?
Вроде нет. Надо Нуру сходить. Ну там сейчас какая-то херня опять начнется. Может там труд? Может труд, ну давай проверим. Там во сколько? В 9 это все начинается. Да. Ну давай около остановки пока потусуемся. Вот у тебя Элен Нуар не запустил, ты забил на нее. Ну да, в этот я как раз про нее и хотел сказать, то что он... А потом я тебе сказал, то что у меня лицензия в стиме лежит. Ну, теперь уже я вряд ли туда, наверное, вернусь. Ты можешь ехать так в школу, не дожидаться урока. Так я проще так могу посмотреть же, да? Так, какой сейчас урок? Химия, нахер? На все равно надо время пропустить. Ну ладно. До вечера. Давай на химию. Дело-то только в том, то, что мне обратно потом ехать еще, а Fast Travel тут нет. Как таковых. Ну, это все равно быстрее будет, чем ждать стоять. Насчет двойного голоса я заметил, надо посмотреть. У меня может быть что-то. Что, Максим, я хорошо слышу. У меня двойной голос. Да, в стриме. По голосу. Я... Это с колонок отражается. Может быть с колонок, а может быть эти... Там прослушивание, может быть, включено. В микрофоне, либо мне его просто отдельным девайсом надо добавить будет. Я могу четверной голос сделать. О, примерно вот так вот. Тогда там вообще невероятное эхо, скорее всего. У меня на микрофоне зачем-то крутилка эхо есть. Зачем? Ну, для... Нахера да не туда его добавили? Для погружения пущу. О, я просрался. Повтори попытку. И... А где... Блять. Я опять... Давай я, короче, все уроки просто запарю и... Все. А давай постарайся ты уже. Потому что... Опять же, у меня же система на... винда натянутая на глобус, так сказать. Поэтому... Блять, я проебался. Поэтому... Как бы могут быть косяки, потому что раньше вроде такого не наблюдалось. Денис пишет Люцифер. Люцифер, да, может быть. Это он. Как я сегодня там скидывал видос с петускутером. Люцифер стелился. Это бог машины. Понимаешь? А! Блять, теперь меня потрогали из-за яички. Джимми, не трогай никого за яички. I see the police had to bring you in. Most children stop writing on the wall once they're old enough to walk. You might as well get used to working off your bad deeds. Мне кажется, телефон сел. Нет, еще моргает. That is all, Hopkins. В любом случае, надо будет на зарядку поставить. Я ж клинику еще хотел сегодня посмотреть. Блять. Максим, а где ты видел? А, сейчас же... А зимы мы больше уже не увидим никогда, да? Где нужно этот... Зимы не будет. А что будет, если я за отведенное время не покашу траву? Можно я хуй напишу? Можно, но потом все убрать надо будет. А хрен, тут уже не на время, тут он это в процентах там пишется. У меня уже голова кружится. Давай фермер-стимулятор еще. Как, чё?
Фермер симулятор. Фарм симулятор. А ты там это говорил, новый какой-то, да, вышел? Нет, это другой, там стратегия. Стратегии, я не помню стратегии таких. Я помню, блин, прикольная стратегия была, этот, как он, где по порнуху снимаешь, в смысле кино. Этот, как он, The Movie, по-моему, назывался. Кстати, можно как-нибудь это... Да-да, там нихера не порнуха. А там нельзя, что ли, порнуху снимать? Я уверен, есть такой мат. Мод. Правило 34. На все, что снято и сделано, есть по-любому, как бы это, порнушная пародия. И тут же должен быть порнушный мод какой-то на этот The Movie. Или Movie, как он назывался-то. The Movie, да. Вот. Мне можно как-нибудь вообще на досуге какой-нибудь день другой выделить вместо, ну там, помимо среды и пятницы, так сказать. Нет. И просто посидеть, потупить в эту в муви. Не, конечно, с другой стороны, можно нашу любимую игру, все охеренную просто всех времен и народов, десятилетия века, Two Point Hospital, опять постримить. Ну. По-моему, мы там уже выполнили все, что надо. В Two Point Hospital? Да. От коровируса всех вылечили, это точно. Путем отрезания голов, блядь. Ладно, Попкинс, хватит. Исправительные работы выполнены. Успешно выполнен. То есть можно еще не успешно выполнить задание, да? Блять! Я убежать хотел, но не смог. Сейчас опять. Не-не-не, тут уже все. Как бы. Так, сейчас еще. То ли. Либо еще один урок должен быть, либо я не знаю. Ну, сейчас да, урок будет. А во сколько он? В час? Давай подождем. Что вроде. Вроде пока нет уроков пока что. Почтальон, вступление, стрижка газона в парке. Го, подождем. Нет! А он подраться хотел, что ли? А я ему заплатил? И тут же его за это самое запенетрировали. Ну, какой-то урок. Зачем ты книгу взял? Не знаю, просто. Короче, я на какой-то урок все-таки попал. Грамматика 4. Вот это вот прям вообще тоже моя нелюбимая хуйня здесь. Сейчас американские слова вот эти, как их в это самое пенетрировать-то? Перемещать. А, тут это собирать эти, как они. Латник. Есть такое слово? Латник. В смысле нет такого слова, блять? Лут есть такое, наверное, слово. Лунтик. Лунтик, но тут нет такого. Лунтик. Нет такого. Ни латника, ни лут. Что за, блять, школа такая? Луна есть. А слушай, по-моему, когда-то это уже было такое. Ну, походу, не прошли мы ее. Может быть, лунатик? Я не знаю. Ну, лунатик точно есть. Лунатик. Good show. Есть, а дальше что? Ти-ти. Тинг. Тик-так. Лук. Вот лук, да, должен быть, наверное. И Тина. Кит. Кал, блин. Тину. Не-не-не, а как? Тину кал, блять. Тин.
картина. А дальше? Что-то так, alt. Танк. Наверное, есть такое, должно быть слово. О, по-любому есть такое слово. Блять. Утка. Утка. Нихера там слов еще собирать. Я не могу придумать столько из этого набора. Линк. Там из трех букв еще что-то. Как? Линк. Линк? Да тут вряд ли такой есть. Да. Вон там ластик что-то ищешь. А ну сейчас время уже закончится. 24% только собрано. Может быть, тик? Есть такое слово за стол, блядь. Так? Есть такое слово? Нет. Тик есть, а так нет, понимаешь? Зато смотри, все три предыдущих урока были это сделаны. Так, все, можно это самое скукоживаться отсюда. Я думаю, до труда мы таким темпом вообще не доберемся никогда в жизни. Ого, короче, в этом. А точно Fast Travel нет? Fast Travel. Подожди, не Ubisoft. Не, ну все равно, блин, как. С вышками. Все равно как-то это долго добираться, прям вообще. Можно это переплыть. Не, можно, конечно. А можно еще этот велосипед угнать. Так еще быстрее будет. Так, ну тут по прямой. Нахер, а зачем я задрачиваю кнопку, если можно это просто спокойно на этом на биомиксе? Давай трюки там, по бордюру там проехать. Я стараюсь. Как-то. Но не очень получается. Так, оп, стоп. Я вроде приехал туда, куда надо приехать. Или нет? Да, вроде. Ой, я резинку нашел. 24 из 75, кстати говоря. Вроде уже была такая сумма. Ладно, го ждать. Так, собак. Не лезь к собаке. А сейчас за ней какой-нибудь этот чувак должен погнаться. Погонишься за ней, нет? Дом пьяный. Или у него скрипт заглючил. Они одинаковые, просто. Один рыжий, другой не очень. Сори, заглючил. Прямо. Дергался. Это там еще дергается. Он бухой просто. Под этим, под самогоночем. Я вижу, что-то блестит. Что же это? Максимум картошки. Бульбой заряжен. О, смотри, цветы можно собрать. Срезать. Они бесконечные? Ну, почти.
Теперь можно еще с десяток страшных школьниц затащить к себе на это самое, на фотосессию. Для фотосессии надо уроки фотографии проходить. А, ты думаешь? Да. Так, почтовый Армагеддон. Это вот это? Так. Да, 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 да. Давай. Я попробую все-таки как-то сосредоточиться. Тут оказывается все ящики нужны. Все ящики важны. Вот. Ну там, там мне вообще чуть-чуть это времени не хватило. Если еще попадать как-то по этому всему. Вот, но он же не попадает особо. Пиксель не попадает, но может. Пиксель Хантер! Практически! Еще от этих. Так, на какую я стрела ранее? Ага, все, я понял. Нужно сначала здесь еще два. Чтобы не возвращаться. Блять, ладно, на обратном пути. Да, блять, собака. Я не пройду эту миссию никак в жизни, блять. Просто. Это слишком сложно. Так, где камера? Ага. Ты можешь слезать и бить, наверное. Это еще дольше будет. Ну, судя по тому, как ты пытаешься иногда попасть в пиксель. Я стараюсь, но у меня не очень выходит. Но иногда выходит хорошо, кстати. А иногда не очень. Собаки, которых давить приходится. Так, тут... А, срезать не надо. Так, вообще три ящика осталось. По идее, я могу успеть. На удивление. В принципе, да. Даже таким образом. Я надеюсь, еще на время не надо к нему вернуться будет. Знаешь, ты классный чувак. Рад, что ты так думаешь. Он кирпич держит в руке, блядь. $20 просто. Так, во, и как раз можно попробовать выполнить миссию, коллекционер. А ты заметил то, что ты в другой футболке был? Разве? Нет, я что-то не заметил. Нет, это не он был. В футболке в той же самой. Кирпич не он держал, нет, это был другой. Так, нужно три байка. И нужно, главное, не попасться... Мусором, да? Как... Ран Васеран, блядь. Ран Джимми, ран. И вот это вот все. Не попав всем мусорам. Да-да-да. И то. И тут же! Прямо вот, блядь, знаешь, откуда ни возьмись. Вот, блядь. Как это, из табакерки. Просто два черта, блядь. Это засада. Да. Думать надо. 2-5-1-7. Интересно, я успею на миссию, пока она не закончилась? Ну, должен успеть, да.
по идее. Или она закончится, когда я к ней подъезжать уже начну. Дави, давай. Успел. А нужно не на время? Ну, нет. А, ну по идее можно там проследить. Чисто. Смотри, там до 2 часов. А, до 2. Так, го. Го сюда. Бля, че он не едет нихера? Так, нужно, короче, в каких-то захолустных местах. Вот это прям норм. И тут и есть. А, нормально. И заехал в тупик. Да. Ебать тебя сбит. Бычара, бля. Короче, да, вот нужно в таких вот местах поджидать. Поставь тачку в гараж. Просто поставь гараж. Ну, типа, да. Так, вот, тут еще какой-то ближайший. Там таки написано, просто поставь. Тут еще какой-то ближайший. Ой, тут полицаев куча. Он за кем-то бежит. Так, нужно, короче, за ним проследить. И взял лаврат в сторону, пошел. Полицай, да ёб твою мать, блядь! И потом обратно пошел. Он пиздец! Прям вообще из ниоткуда. Ой, я тебя уебал просто. Я говорю про просто из ниоткуда. Ладно, год другого. А, велик там просто должен лежать сейчас. Без дела. Какого хера он за мной все равно гоняется? Я же вроде от него это... отстал. У тебя розыск не пропал. Так, я надеюсь, тут не тупик. Так, а все, розыск пропал вроде. Так, до 2 часов еще вроде есть время. В гараж его, парень. А куда он предыдущий уже успел деть? Разобрал? Продал? Отправляйся за следующим. Так, я надеюсь, он остался лежать на боку. Должен, да. Да, он вроде там. Нет, лежит. Он двигается. Так, ну-ка, полицейских в округе нет? Давай осмотримся. Вроде нет. А, есть! Сука, тварь ебаная, блядь! Откуда их двое, пидора, просто? Я хуею. Да в пизду, я уже ничего не хочу. Ничего, все тогда. Не было же, блять, в округе никого. Ебаная игра, блядь. Какого хуя? Сука, голубые гандоны просто. Блядь, как из табакерки, блядь. С ларца, блядь, одинаковых с лица, нахуй.
Это я в женскую общагу пришел? О, можно было пока этот самый букет задарить. А где его, эту подругу, искать? Или она все, уже не появится больше? Нет, тут их нет уже. А чё, уроки-то будут ещё? Да. Мы же этим к мажорам пойти, к спортсменам, там ещё девки будут. Вот, урок какой-то. ИЗО 4. Это сложно. А, во, оказывается, можно на это, на... срединную кнопку мыши доставать скейт. Ну это или любом предыдущее оружие. Типа оружие аска. А ты выбирал, что ли, до этого все время? Ну, скейт. Ну а до этого, да, я. Понимаешь, он достается сразу. Я до этого все время мышкой крутил. Ну, конец игры, мы об этом узнали. Да. Так, ползун, лизун. А, можно я не буду? Я не хочу. Это слишком сложно. Так, сейчас еще один урок, да, должен быть. Так, ты страшная, бабич? Давай к мажорам или спортзал. Зачем? О, смотри, какой-то бабич нашел. Это там другие девки будут. Сейчас урок должен быть какой-то еще. Ну, 2 часа вроде. What's up, man? О, можно что-то покрасить же. У тебя закончилась краска, отлично. На что ее потратил? Холла. Фикус. Фикус, что-то не начинается пока никаких уроков. Ой, это страшно. До 2 часов. И иди в спортзал. Подожди, может быть в туалете что-то есть? Только это, по-моему, незаконное проникновение в туалет. Это женский туалет. Блять, я перед ним запрыгнул, ну, в мусорку, а он даже ничего не заподозрил совсем. Он пропал. Какой-то урок начался. Физкультура 5. Ну, вот как раз по спортзар. Зал. А в какой он стране-то? А, сзади. Блять, тут битые ботана хуячат просто. Вроде же мир во всей школе должен быть, но нет. Ботанов пиздит битыми. Вон твоя девка была, кстати. Какая? Это рыжая последняя. Да они, по-моему, тут все эти рыжие одинаковые. Не, она там с другой одеждой. Она там с учебниками ходила, походу восстановили в школе. Ну ебло-то у них у всех одинаковые. Или это вот эта сюжетная, которая? Ну, сюжетная, да. О. У них чуть-чуть отличается. Надо найти. Оказывается, их можно встретить. Нифига себе. Физкультура 5. Опять вышибалы, блядь. Тут постоянно вышибалы. Вроде на первом уроке там за яички друг друга трогали. Там борьба и вышибалы. Ну, борьба, да.
All right, you lazy bums, look alive! Давайте, панки. Hopkins, you're with the wimps. I want everyone to give their best, boys. Their best. Round one. Fight. It's time to take those rogues. This is my time to shine, so just know that. Who's on top? We're on top. Победа, а тут вот до двух раз, да, вроде. Ну, вроде не все так сложно. 5 из 5, кстати, физкультуры. Сейчас что-то должно открыться. Ты справился с физкультурой. Хочешь, я преподам тебе пару уроков? Возвращайся в смысле. Каких пару уроков он должен преподать? Улучшение точности. Теперь ты лучше владеешь оружием. Ружьем своим. Теперь игру вышибала ты можешь начинать. Так, там еще какой-то урок. А, нет, нет уроков. Можно взломать шкафчик. Зачем-то. Что-то там должно быть внутри. Нафиг, нафиг надо, уже не интересно. Шкафчики взломать. Ну. В школе самой есть смысл. Там прятаться можно потом. Он никак не взламывается. Потому что ты неправильно делаешь. Вот, все, теперь я правильно закрутил. Петард взял. Так, а где девки-то? Выйди. Они одинаковые все. Нет, это не девка. Это вообще негр. Что ты смотришь? На стадион. Блять. Потрачено. Я хотел нигера запинать. Я себе еще раз очистит. Так все, не буду я. О, нифига, тут можно в другом месте ездить. Делай то, что нужно. А если я не хочу делать то, что нужно, можно я просто это уеду? Так нельзя. Блять, короче, игра просто говорит херач. Работай. Блять, сука, даже уехать нельзя на этой поебине. Слушай, а если... В мусорке спрятаться? Тут тоже не получится избежать этого, блять. Провально. Хороший план. Хороший план, говорю, в мусорке спрятаться. Снеси 70% травы. А тут еще и типа на время. Не, это ж проценты. Это проценты. Слева. Да. А, не дождемся мы труда. И, блядь, эту миссию с велосипедами я не этот, как он. Не пройду, все, закончить нахер. Давай, все тогда. Еще разочек попробуем. Не, зачем, все. Хватит школы. Не, миссию с велосипедами. Или все, на этом будем считать то, что були закончен. Ну, хотя, в принципе, сюжет-то закончен, да? Все. До трудов мы явно не доберемся, либо доберемся, но это очень просто долго будет-то. Доберемся, но проебемся. Да, да, да.
принципе, можно заканчивать стрим. Все. Сколько он получается? Сколько лет он шел? 4 года. 4 года. Замечательно. Не, на самом деле 2 часа же есть. Есть, наверное. Чё там Twitch? Да, есть. 2.05. О, замечательно. Там как раз минус. Как раз, наверное, минус 5 минут будет еще в записи. А чё у мажоров можно сделать? Ничего? Ничего тут. Ты тут бился, для этого и была локация такая. Ну это я что-то помню такое. Тут, да, я с ними что-то махался тут. О, можно цветы их поебашить. А, тут у них какой-то этот, аннигилятор 3000. Ну тут уже в пройденных локациях ничего особо не сделаешь же, да, получается? Да. Вон цветок этот сдохший уже. Ну да. Можно этих чуваков на улице потравить попробовать. Если, конечно, дадут с этим дрыном выйти куда-то. Да тут вообще пусто. Никого нет. Не, он с этим дрыном не выходит. Так, а где, ты говорил, бабища? А, так, ну с этой мы уже... Чёрные есть бабища. С этой жирной... Нет, не та. То есть, где ее найти можно? Вот эту сюжетную штуку. Блин, сейчас не знаю, во время уроков она там... на крыльце была, школа. С учебниками ходила. А, блядь, за мной какая-то это... увязалась. Рыжуха. Да тут что-то их вообще полно одинаковых. Вот что одинаковое. Hey, непонятно, зачем граффити еще, да? Хер знает. Ну, шо, рисуешь, они сразу пропадают просто. Кстати, да. Hey, wanna help me with my homework? Смотри, поехали, поплыли, блядь, а что там? О, я подарить коробку... А, подарить коробку конфет можно с жирным только. Давай, подари. А? Ой, я бабищу запиздил, блядь. Я хотел этого с малым попенетрироваться, блядь, а запиздил бабищу, блядь, просто. Ладно, я не... О, смотри, там какая-то звезда была с утра. А уже нет. Та же миссия, наверное. Ну да, с этими велосипедойные. Велосипедные. Не знаю, зачем я сохранился вообще. Что все, сюда мы больше не вернемся в этот буль. Пойдем посмотрим, где эти. Может быть, и мы ее встретим все-таки. Так, нет, это... Это не она. Перед школой? Ну вот я перед школой же стою. А, нет. Ты возле общаги. Да. Блять, ботан просто сбил.
женщину. Так, ну го ловить ее здесь. Так, ну это рыжуха. Пока все на уроки там побежали. Ну урок-то нет, как такового. Сейчас, сейчас будет. Может, после урока будем? Ну что, посмотрим. Пока вроде не обнаружено бабищ. Какие-то плакаты. Рок, Эгейн, что там? 79-й год на дворе нынче. Или как? Лависка. М? Конкерт. Ай, не знаю, как вряд ли тут такой год. А чё, не урок? Ничего, как бы. Биология 5. А, прикольно. А, она у тебя пройдена уже. Ну, а, так, видимо, все... поэтому yeah, right. Нет, не горит он этот звоночек такой темный. Uh-huh. Ладно, го обратно на улицу искать. Сейчас точно попробуем найти, и если не получится, то, наверное, все, надо будет закругляться уже. А, возможно, после урока? Ну, сейчас посмотрим. Блять, опять не туда. А он все равно говорит, эй, what's up? Эй, Джимми. Джимми. Блять. Какая-то бар голубая устрица у нас тут, а не булвардская школа. Парам-парам-пам. На Твиче пишет холла опять. Опять холла! Как обычно. Залетают к нам. Да, как какая-то женщина убежала. Опять очередной урок, а у меня нет уроков, как бы, что за хрень. Ну, вы заспавнились, люди. Не знаю. Ну вот, тут точно она была. Да не она это была. Тут только у нее такой скин. Да не было ее здесь. Была она. Да я бы увидел, давай сейчас внутрь зайду. Ты бы увидел? Да, конечно. Вот, нет, это не она, это рыжуха стандартная. Она не в зеленом была, а в желтом таком, в желтой юбочке. Блин, да как ее найти-то? What language do you speak? Speak Russian only. Small English. Давай искать твою с этой желтой юбенцей. В смысле юбкой. Не, уроки нет уроков. Это вообще мелко и страшно. Это жирно и страшно. Выйди. Выйди на улицу, да? И вот это вот. Это зеленая юбка. Это вообще пацан без штанов. Штаны дома забыл. Ну. Ты меня где-то наебываешь. Не было я тут. Я тебе потом скрин скину. Не было найду тут такой. Бабищу. Чё мне на следующий день теперь ловить, блять? Так, да чё там? Уже можно завершаться. Там музыка 5. Надо учиться. Не, у тебя альты не работают. Я же прошел. Предыдущие 4. Кстати, на сколько? На отлично. Давай пробовать музыку.
И потом я ее еще раз попробую поймать. Так, ну давай, приготовься. Там-та. А я, короче, опять в такты не попадаю. Ни в ноты, ни в такты, ни во все. Там. Слушай, а это уже в исполнении было. Вот, я сейчас на ютубе отмотал, да точно эта девка. И где она была? Вот прям на крыльце школы, где этот ботаника запиздили битый. Блин, ладно, давай ее искать. В оранжевой юбке. Да с ней все равно, скорее всего, ничего нельзя сделать. Засосаться можно. Он у нее только трусы спер и повесил себе над кроватью, блять, как боевой трофей. Блять, сосредоточенность максимальная просто на этой ебине. Блять, слушай, а долго вот эта херня идет? И почему камера вращаться начала? Куда? Пиздец. Что за мистика? Оператор пошатнулся. Ну, он охуел от моего искусства. Просто мастерство, а маэстро провалил нахуй все, блядь. Так, ладно, го на улицу. Искать ее. Во, нашел! О, так это только это не она. Ну, покажи, я покажу. Это не она. Это она. Да, нет, нихера это не она. И почему с ней заново знакомиться надо? Она это у нее сапоги те же. Да не она, смотри, у нее скин другой, у нее еблет другой. Ну, накосячь. Еблет другой. О, смотри, это как она. Рыжуха наша подошла. Ой, блядь. Че драться начали? Блять, короче, да. Она ее уебала, блять, и та съебалась, блять. Пиздец, я не знаю, это она же или нет. Они вот эти вот скины рыжуха, они все одинаковые просто. Не, это она там чуть-чуть лицо другое. Накинули по-другому. Но это она. О! О! Лесбушья любовь? Или что, или либо сломался скрипт просто. Даже тут ты скрипты сломал. Блять, все, больше ничего не происходит. Все. Привет на ютубе, да, здорово. Здорово. Блять, короче, мне в итоге скрип отлагал путем битья по яйцам. Все нормально. Чувак без штанов. Замечательно. Будем махаться. Блять, опять. О, у кого-то что-то выпало. Чесночный порошок, наверное. Вот, а где теперь искать эту бабу в рыжей юбке? Все, она ушла от тебя. Да. А,
ты сломал игру? Ну, папаша это умеет, да. Да, я постоянно этим занимаюсь. Это мое хобби. Я ломаю игры периодически. Я нашел ее. Засусись еще раз. Да-да-да, а сейчас к ней опять кто-нибудь подбежит. Так а зачем вот это вот все заново проходить, если мы с ней уже это того? У него да, есть трофей. Ты просто подарок даешь. У него есть трофей. Ее трусы над кроватью просто висят. Единственный случай, когда удар по яйцам пошел на пользу. Да-да-да. Короче, может ее к себе в кровать? Можно это самое. Пойдем. Пойдем. В общагу. А где общага? С какой стороны? Справа, кажется. А ты выпрямленная рыбка Немо. Чё-то я не понял. Какой Немо? Немо? В контакте пишет. Что? Какая рыбка Немо? Не понял. Немо это который потеряшка? Или это Дори, которая потеряшка? В поисках Дури. Вроде так мультфильм назывался. Пойдем в этот самый. Оставишь мне еще один трофей. Можно на ужин без них. Может быть и без них. Пойдем. Интересно, а так можно? Нет, она ушла. Ход кофе не завезли. Ход кофе, да. Не, ну она здесь. Это другая, блядь, у них просто одинаковые разнообразили. То есть скинами разнообразили просто. Не, это только она тут такая. А какого хрена я ей опять цветы дарю уже в третий раз? Надо? Надо? Зачем надо? Чтоб скрипты не сломались. Сейчас опять что-нибудь сломается и... Ее никуда нельзя за это самое запенетрировать, насколько я понял. Это бесконечное действие, просто с это сосальное, в смысле сосаться. Да, да. Звучай нафиг. Кого? Стрим. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А там звезда появилась. Но я туда не поеду слишком долго. Почему ее с собой нельзя в этот, как его, в общагу, вот эту свинотную забрать? Еще один трофей бы появился. Пошли. Sweet cheeks. So, fancy a kiss? Не, она не идет вовнутрь. Но можно глянуть, трофей появился. Не, зато зашел какой-то мужик. Может быть, это трансвестит, блять. Так, го, посмотрим. Нет, ничего нового абсолютно здесь не появилось. Все странно, да? Но это не она, он у нее это ебло другое совершенно. Как-то неинтересно выходит, типа, целовальничеством заниматься и все. Ну, типа... игра же про школу. Да. Игра пройдена уже. Мы ее прошли полчаса назад примерно. Закончили все миссии. Основные. Так сказать. Ну и большинство дополнительных с велосипедами я не пройду. Зато я нашел еще одни трусы на своей стене. Вроде бы предположительно женские. И предположительно мужскую рубашку.
Так, в принципе, я не знаю, зачем я опять сохраняюсь. Все-таки игра-то пройдена. И сюда мы уже не вернемся. К Булле. А вернемся мы в среду к метро 2033. А следом к Dragon Age в пятницу. Origins, который. Так, звезда это миссия как раз последняя необязательная дополнительная с велосипедами, которая уже пропала. Вот. Ее я не могу осилить, и поэтому вряд ли. Я сколько попыток было уже сделано. Очень много. Поэтому все, нет, люто. А вдруг парень такие носил? Кстати, не исключено. Под рубашкой. Возможно, это мои. Исключать такой вариант тоже не стоит. Можно граффити нарисовать? Но нет. У него нет граффити. Есть какой-то автомат? Future Street Race 2165. Так, давай начнем. Походу разберусь. Метродаун. Займите первое место. А как ехать? Надо было на помощь нажать. Что-то мне это напоминает. Я помню, короче, на Денде были какие-то гонки. Тебя, короче, высаживают из грузовика. И ты едешь там периодически, что-то стреляя куда-то, в кого-то. Вот, и периодически увиливая от всяких разных снарядов и всяких разных машин. Я, к сожалению, не помню, как она называлась, и уже, наверное, не вспомню. Хотя, если загуглить, то вспомню, да. Не знаю даже. О, это жестокие гонки. Да. И я не туда поехал, там стрелки, блядь, для дебилов. Огромнейшие просто нарисованы. А я все равно не туда поехал просто. Еще ускорение проебал. Еще об бордюры бьюсь. Все уже обнял. Да. Какое мое лучшее время круга? 1.5 минуты? Сорок семь секунд. Я опять не туда. Я вроде на 3-е место претендовал. Как уже было? Куда же заедешь? Дай хоть какое-нибудь место, блядь. Да что? Гонка окончена просто. Не туда. Ты проиграл. 50 центов для продолжения. А можно не надо? 95-й год, все права защищены. Отлично. Тут телек есть. По телеку ничего не кажут. Совершенно. Ой. Можно спрятаться в мусорку. Это лицо директора, я так понимаю. Зачем ему 1000 американских рублев? О, есть крыса. Можно крыс поистребляться. Зажарить ее. Зажарить. Может быть, мне за это кто-нибудь спасибо? О, доступен секрет. Зеленый что? Как посмотреть последние... Зеленый костюм ниндзя. А, нифига себе. Вот это вот секрета.
А, телек не работает, не, вот это там это как канал не кажется. Антенну сломали. А, антенну спизди. Бля, все завалился. В отключке просто потрачено. Отключишься в здании, очнешься ближе к колонне. А? Ты нажал на сигналку, люди из комнаты вышли. Ну да, вроде как это. Мир, мир живеет. Ну тут на самом деле заняться-то вообще может и есть чем. Пособирать вот эти вот всякие резинки, пособирать карточки, вот эти флаги тамплиеров местные. И вот это вот все прочее. Вот, кстати, я еще одну нашел. Чесночный порошок. Гонки, что там еще всякие, и на деньги игры и вот это вот все. Я в женскую общагу опять полез. За трусами. За трофеем, блядь. Нужно больше этих самых. Подгузников. Взял огнетушитель и отключился. От чего? Он уснул. Уснул, да. Слишком тяжелый. Ты там время типа поздно, а он с этими, как его, со временем он начинает уставать и в конечном счете, счете спать. Заваливается. Так, го, трофеи добывать. Или тут не из чего. Хью Джекман? Нет. Кто-то там завопил от чего-то. Блин, шаришься тут? Ну, звуки всякие издаю, да? Неприличные. Трусы ищешь? Ну. А тут нет их больше, трусов. А девки орут. А трусов нет. На ногу вниз. А типа его здесь вообще не должно быть? Да. Так, а там урок какой-то? Труд! О, блин, сейчас прибьем. А? Попробуем. Это попытка. Прям вот вообще финальная попытка. Финальная попытка труд. Из это самое. Как он. Исполнить. Сейчас не успеешь еще. Да, кстати, это я тоже могу. Я не в ту сторону покатился. Не, ну можно, конечно, сдаться. Да, давай в это самое, веди меня в класс. Девки, я уже от того я рад, потому что трусов нет. Все попиздил, блять, трусы себе. О, да, сейчас педаль будем крутить. Да. Именно они. Там, кстати, по-моему, потом машину будешь чинить. Он мне показывает, крути по часовой стрелке. Я кручу по часовой стрелке. Неправильно крутишь по часовой стрелке. А как я, блядь, должен крутить еще? Это на сосках делается, а... Это делается на сосках, на мышке это нереально сделать, мне кажется, вот совсем. Все, труд проебан, прямо вот за 2-2,5 секунды. Все, пожалуйста. Это вообще прям... О, стоп, а это что за Влатекс-девка? Смотри, тут какие-то скины зависли. И еще она там
фотка, которая есть у тебя. Да? А с каких пор с ней за это замутиться можно? По сюжету. Так а сейчас-то почему заново приходится? Ты не отказывался от них? Видел, как я краем глаза в латексе вижу, блядь. Вот это вот все. Это вот уже, блядь. Ну, тренирован. Медленнее надо крутить. Я пытался. Я и медленнее, и быстрее, и в другую сторону. Не получается. Короче, нет, с ними только это самое. А полезешь со мной? Нет, не так, не так. Сам бы попробовал педалить и крутить. Папаша тогда бы ногу сломал. Кстати, возне можно. Все, урок фотографии первый. Потому что я не помню, были мы на фотографии когда-нибудь вообще? Ты когда-то был, ты там все проеб. Давай попробуем что-нибудь это самое пофоткать. Я надеюсь, я в правильное здание пришел. Наверное. Тун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Сейчас, кажется, с фоткой. Единорога. Я мисс Филлипс. А она ведет все, что ли? Все уроки она здесь ведет. Сфотографируй флаги вокруг, что... Подожди, я вроде этим занимался 3 года назад. И ты это не прошел. Да, почему? Ты даже флаги не смог сфотографировать. А это на время? Да. Где вот ее барат. Вот хорошее фото, видишь, что это сфотографировал. Давай беги на другой. А почему я ее не прошел? Я их не так фотографировал, блять. Да. Ты там вообще фигню какую-то фоткал. Ты тот же руку сфоткаешь. Правильно, все эти, как они, жирухи, тоже хотят любви, блин. Кстати, да. Вам, господа, на заметку. А там проще всего. И это того самого. Вот. В смысле плохое фото? И это не про свеченческая деятельность, как это мне тут тоже писали, потому что там закон о просвещении типа и стримлеров касается, но я же не занимаюсь тут просвещением, я просто делюсь своим богатым и великолепным жизненным опытом. Так что все хорошо. Вот. И в основном мы играем же в дебильные игры, так что... Какое тут просвещение, блядь. Остался один флаг и куча времени. Бриолинчики. Хорошее фото, видишь, я прошел. Вернуться в класс. Прикольно. А где класс? В туалете. В туалете, да. В женском.
я почти пришел. You know, Jimmy, you have a little bit of a rough edge, but I really... Не, я уверен, в тебе есть нечто особенное. Ну круто, у меня только один урок из пяти вот этих фотографий. Сохраняй свои фотографии в фотоальбом. То есть до этого они никуда не сохранялись. Уроков. Кстати, Були весьма гонная игра. Ну, по идее, да. Вот. Но мы ее прошли за 4 года. Я коробку конфет из шкафа взял. Но дарить ее можно только жирухам по какому-то невероятному стечению обстоятельств. Давай жирухи подарим, и все. Так, может, страшной бабе можно подарить? Нет, ей страшной бабе цветы, жирной бабе мороженое, в смысле конфеты. Ну, давай найдем жирную... Нет, туда мы не пойдем. А там нас сожрут. Да, там другая жирная баба. Да. Весьма жирная. Вот, нашел. Бля, может, какая-нибудь есть жирная, но симпатичная? Нет. Такие, ну или не очень жирная и симпатичная, но такие нормальные, кстати. Не, это мелкая какая-то. Подожди, где жирная и симпатичная? Не очень жирная и симпатичная. Тут нет таких. Все жирные и уродливые, да, здесь? Да. Прайд жирух перекочевал из GTA 5 просто. Так, вон он... А, нет! Это пацан жирный, блядь. Чуть не это самое, не загомосекались. Так, нужно вокруг этой жирной... вокруг жирной общаги искать. Вокруг женской общаги. Почему только полным? Типа, те много едят, а худые на цветы только смотрят? Ну, может быть, худые цветы едят. Как бы, как гербарий. Цветная диета. О, задарил, короче, коробку конфет. Она сразу их сожрет или нет? Она убрала их. Давай мы тебя целовать только не будем. Целовал бы. Целовал бы. Да то с Гомусом не хотел. Сэвен Симпсон. Она его сожрет, она его жрет просто. Че, Сэвен Симпсон с Гомусами нормально все там. Мы в это самое, в задницу. Задница осталась неприступна. Так что все нормально. Разбор, думаю, когда-нибудь он появится. Все-таки на канале. Чуйская ромашка ей подари. Ромашка, чуйская ромашка. Тебе помочь? Так, че она за мной все ходит? Она с тобой в общагу точно зайдет. Давай посмотрим, зайдет жирная баба в общагу за мной или нет. Жирная баба. Она испарилась. Блять, сука, что за призраки? Она тебе ночью придет. В окно, наверное, залезет. Пацану подари конфеты, скажи, пацанчик, ты любишь сладкое? У меня шоколадочки хочешь? По яйцам. А вот она. Это другая уже, блять, пиздец, они одинаковые все. Она специально тут караулила. Слушай, они, мне кажется, со своим коллективным разумом просекли то, что у меня есть шоколадные конфеты. Вот и, блять, и короче, давай караулить тут это самое под окнами. Облизали просто всю бошку, блять, всего.
Давай проверим, жирная бабища зайдет или не зайдет. Ложись спать в городе где-нибудь. И зачем? Что, думаешь, она туда пойдет? Смотри, она следом пошла! Подожди, подожди, зашла она, нет? А, не, не зашла. Бля, ебать, пиздец, я думаю, что за дискриминация такая? Беги оттуда. В окно. Выбрасывайся. Беги, Джебби, беги. Звук не поцелуй, а чавканье, да, так точно. А чё он тут это? А, это моя, это самая очередная, нет? Нет. Что-то опять все ломается. Кстати, чувак подбегает, блядь. Я ему только по, это самое, по яйцам давал, потрогал за яички. Это обращайся ко мне в любое время. Ну давай попробуем ее с собой утащить в город. Она побежит вообще, нет? Ты где? А, пойдет. Ну го. Только нужен это, велосипед, и на скейт-то она со мной вряд ли встанет. Не, за это, за пределы школы что-то она не выходит. А, не, вышла. Пошли, пошли. Пойдем попробуем в этот. Слушай, долго так бежать? Где ты хочешь, на помойке, что ли? А где? Там где-то есть сзади это какая-то комната. Я так долго буду бежать? Пару дней. Она не идет за мост. Пока говорит. Пошел-то. Руки в кар... Где там в юбке карманы вообще в нормальной? Я что-то ни разу не видел. Может, там есть. Но она сквозь текстуры просто руки куда-то это сует. Так, далеко там? Не, вроде не очень. В это, как его? В убежище к гикам. Туда, да? Да, тут вроде за углом уже буквально. Да не тому ты говоришь, блядь. Бля, бомжи тут. Засматривается наша школьница, гуляющая среди ночи. Так, го, пойдешь? А чё она по яйцам-то дала? Чё за херня? Чё, блядь, произошло? Пойдем. Чё, блядь, произошло? Пойдем. Садомаза. Чё-то она больше не хочет. Okay, why not?
Hey, wanna hang out? Hey, you! I got something for you to do. See those smokers on the roof by the gas station? Yeah. I need you to clear them off. Wanna hang out? Пойдём, блядь. There's a girl who got breast implants, so I have to go gossip. Hey, wanna hang out? Okay, why not? Хорошо, почему бы нет, и не заходит, сука. Видимо, игрой это не предусмотрено. Блин, странная игра, ты всего-то про школу. Да, всего-то про школу. Он сейчас в 2 часа должен спать, это упаст. Вон тут так девка есть. А какие девки есть? Да, там внутри девка была. Где? Внутри чего? Да, там в убежище, у ботанов. Да? Давай посмотрим, до 2 часов, наверное, успеем. Не успеешь. Сейчас на улице уснешь, тебя там бомж пристроит. Нет, он в убежище уснул. Нет, тут есть жирный, есть более жирный. И не было тут девки? Была девка в очках. Тут жирный какой-то. Да, там страшная девка в очках была. Нет, тут да, 3 жирных, они тут одинаковые все просто. На улице прям упадет, да, может. Там бомж прибьет его. Ой, ладно, все, надо заканчивать. С этим всем. Ой, игра пройдена. 1.5 часа назад, блядь. Да. Вот, занимаемся. О, слушай, а можно вот эту бабищу? Постарше Милфу. Не знаю. Можно это с Милфой? Зато можно старикана замахать. Ну у тебя и вкус. Сквозь текстуры просто. Это тысяча. Ой, ладно, короче, все. Завершаемся. А можно? Подожди. Ну, а чем закончилась игра? Ну, вернул уважение всех. Да. Запиздил главного злодея. В любом случае, запись будет доступна практически сразу после завершения стрима. Там можно немножко подождать, пока он там YouTube в 1080 закодит все это дело. А полицейский всегда тебе на лицо садится. Ну, промахнулся, чё понимаешь. Чуть-чуть промахнулся. Чё-то эти не хотят со мной это самое здороваться, барышни, на улице. О, Нига! Блять, опять задержали. Хотел Нигу просто отпенетрировать. Трубой, блядь. Так, а чё за урок? География. Не хочу на географию. Не. Я этот, как его, мусорный пацан. Короче, по традиции так и завершается стрим. Прыжком веры в мусорку. 3 часа почти, да, практически 3 часа шел стрим, закончили мы часа за 1.5, наверное, основную сюжетку, парочку побочек сделали,
Запись будет доступна, можете ознакомиться после стрима. Вот, ну или завтра после стрима. Я не знаю, насколько долго будет YouTube кодить, но можно в ВК также посмотреть и на Твиче. Прощаемся мы с Максимом с вами до следующего стрима. Следующий стрим в среду, это будет метро 2033. Продолжим мы все это дело. А в следующую пятницу Dragon Age 2. Да, в общем, два стрима в неделю. Среда, пятница. Чтобы знать о них, можно вступить в телеграм-канал. Ссылка под плеером есть, а также в группе ВКонтакте есть штука, которая личным сообщением за 15 минут до начала сообщает. Вот. Ее в группе можно обнаружить. За сим все. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели, комментировали. И те, кто уже смотрит стрим, уже в записи, отдельное спасибо. До среды, да. Надеюсь, ничего не произойдет лютейшего. Всем пока. Да, всем пока. Посмотрим там, что со средой. Да, надеюсь, никаких этих казусов не возникнет. Алкоголических и прочих. Ну, по крайней мере, не планируется. Вот. Все. Ребят, всем доброй ночи. Run, dun, dun, you got it, dun, dun, dun.